Водитель, уступи дорогу пешеходу. Такой призыв на тематической листовке – это правило, за нарушением которого может последовать необратимое. Все участники дорожного движения – и водители, и пешеходы – должны помнить о соблюдении ПДД. Профилактика дорожно-транспортного травматизма – лучший способ предупредить аварии. Так госавтоинспекторы провели в Щелкове комплексное мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». Мы бы хотели вам напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения в связи со сложными погодными условиями, о необходимости и важности притормаживать перед пешеходным переходом и пропускать пешеходов. В центре города, на одной из самых оживленных улиц, сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щелковская» и 5-го батальона 2-го полка ДПС «Южный» провели профилактические беседы с участниками дорожного движения, вручили им информационные памятки. Водителей просим соблюдать правила дорожного движения, быть вежливыми и внимательными к пешеходам. Соответственно, учитывать погодные и дорожные условия при управлении транспортным средством. В день проведения профилактического мероприятия всех водителей и пешеходов застал обильный и продолжительный снегопад. Не секрет, что видимость на дороге при таких метеоусловиях ухудшается. Тем более в вечернее время суток. Ночью человека в темной одежде водитель просто может не заметить. Госавтоинспекторы обращают особое внимание пешеходов на необходимость носить световозвращающие элементы. С ребенком подходите как раз к пешеходному переходу. Так. Хотели бы вам напомнить правила перехода через проезжую часть. Взять ребенка за руку. Вот, посмотреть, убедиться, соответственно, в безопасности пешеходного перехода налево-направо. Да? И несмотря на то, что у него комбинезон светлый, но в темное время суток... У него есть отражатель, да? Да, это хорошо, знаете. Но также вот мы сейчас вам вручим хотим листовочку, чтобы напомнить о правилах перехода. И сюда отражающий элемент ребенку и себе на рюкзак, естественно, у него лишний раз она не будет как бы это... Держи. Это вовсе не разовая акция. Подобные профилактические мероприятия госавтоинспекторы проводят несколько раз в год, чтобы снизить риск ДТП с участием пешеходов. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.